отсюда, чтоб я тебя не видел. Газ давал и свет, и тепло. С ним Булат Закаров и планировал пережить зиму, но в итоге газ же довел до выселения. Не в силах мириться с едким запахом из-за двери соседа, жильцы 74-го дома по Поперечно-Базарной улице вызвали полицию и МЧС. Проверка показала, эти зловония от пропана из баллона. Завершал вчерашний вечер казанец уже в отделении полиции. Оказалось, что баллон нес угрозу жизни не только его, а и соседей. Не было не только разрешения, баллон элементарно пропускал. А ведь известно, чем это чревато. Именно из-за газа погибли 6 человек в Ижевске. Там рухнул подъезд. Тогда как поначалу газ заполнил всего одну квартиру, но хватило искры. Если будет утечка газа, то будет здесь срабатывать и подашь сигнал. Этот газоанализатор не должен оставить ни малейшей надежды на утечку. Газовики проверяют каждый шов, но и пользователям, уверены специалисты, расслабляться тоже нельзя. Выключив котел, колонку или плиту, нужно закрывать кран и открывать окна, только учуяв газ. Вы почувствовали запах газа. Немедленно надо прекратить работу газоприбора, вызвать аварийно-диспетчерскую службу 04 либо по сотовому 104, не пользоваться газовыми приборами, не включать и не отключать электроприборы. Сегодня эти простые истины газовики доводят каждому татарстанцу. Продолжая проверять котлы и газопроводы по всей республике, напоминают, с газом все строго по правилам. Рамиль Шайдулин, Динара Камалова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.